Сейчас, наверное, никто не знает уже, как дранку делать. Никто не знает. Молодежь уже понятия не имеет. Дранка – это старинный кровельный материал, который изготавливали из чурок лиственницы путем откалывания плашек при помощи специального колуна. Раньше многие-многие дома были покрыты кровлей из дранки. Теперь же ей на замену пришли современные материалы. Крыши из дранки были экологичны, легки и не пропускали воду даже тогда, когда дранка трескалась. Дядя Толя раньше готовил дранку для кровель и крыл их. И сегодня я попросил его рассказать, как она изготавливалась. Дядя Толя вот просил, а он говорит, инструмента нету подходящего. Тут обнаружили вот на зимовье инструмент. Инструмент, которым раньше, когда не было шифера и прочее, драли дранку. Вот подбирают листянку прямослойную. Это вот как он выбирает. Вот дерево стоит, кору снимают и смотрят, как слои. Если прямослойные, значит берут, пилят вот такой по метру чурки, потом эту чурку, смотри, какой толщины, где-то на 6, ставят вот эту вот. А как она ставится? Покажи на чурке. Вот так. Вот так ставится на чурке. И кувалдочкой чурку раскалывают пополам. Потом еще раз пополам. Так. А потом сердцевину вот эту вот. Ага. Выкалывают и выбрасывают. А что остается вот это вот? Ага. Баллонь. Вот начинают. Значит, упор нужно. Сейчас я это найду тебе. Четвертинка здесь была где-то. Ну вот, как будто четвертинка. Ну это вот. Маленькая. Маленькая, это не понял. Значит, как дранку драть? Нужно. Вот, допустим, вот это вот одна восьмая часть от конца. Вот она под что-то втыкается, чтобы конец не поднялся. А здесь бревно. Вот. Как показать? Надо расколоть четвертинку, наверное, да? Так где ты возьмешь? Колят и начинают вот так вот и смотрят, куда идет. Если вниз, значит, переворачивают вот так. И постепенно вот такой толщины дранка откалывает. Ага. И потом кроет крышу. Вот это вот инструмент. Ага, он как это, как стамеска, да, сделан? Дома я показал бы. Там у меня бревно есть. Ну давай дома покажешь. А я возьму ее. Ну. Возьму. А что она здесь сгниет? Она никому не нужна. А там ты покажешь. А у меня крыша. И надо крыть. О, тем более. Да, и покажешь, как дранку делать. Сейчас, наверное, никто не знает уже, как дранку делать. Никто не знает. Молодежь уже понятия не имеет. Вот, ну, это здорово. Домой покажу, как это делается. Вот так вот. Так что покажем, как дранку сделать. Драли штукатурку. Дома штукатурить. Циркулярок не было. Ну да, да. Вот все вот этим вот. А как у него? У него название есть, нету? Вот я не знаю, как она называется. Ну, штука я первый раз такую увидел. Но вообще. Это допотопная заводская. Видишь? Ага. Это не самодельная. Раньше же все было. Ну да, да. Да, ну здорово, что ты ее нашел. Сейчас отнесу лодку. Да, давай. Так, что покажем вам.
будешь звездой Ютуба.